Я Сима. Я Брайан. И это наша история. Я родилась в Москве. Училась в школе-интернате для глухих и слабослышащих детей. Я получила там отличное образование. У меня было много друзей. Эта школа стала для меня моим вторым домом. Но в школе были учителя, которые ко мне относились предвзято. Потому что я была единственной еврейкой в школе. Но мои друзья всегда поддерживали меня. Они принимали меня такой, какая я есть. Они считали меня веселой, общительной и жизнерадостной девочкой. Мои родители были уважаемыми врачами. Но выжить в России на маленькую зарплату врачей было очень тяжело. Мы экономили как могли, но денег постоянно не хватало. Мама и папа старались изо всех сил, чтобы мы были накормлены и одеты. Когда мы уезжали из России, было нелегко. Уезжать всегда тяжело. Совсем пришлось попрощаться. С нашим домом, с папиной любимой машиной, со всеми родственниками и, конечно же, с бабушкой. Я была с ней так близка. Первой страной, в которой мы оказались, была Австрия. Мы находились там 2 недели. Мы не могли принять решение, куда дальше ехать. В Израиль или в Америку. Папа хотел ехать в Израиль, потому что там у нас были родственники. А переезд в Америку был бы рискованным. Но моя мама решила, что нам надо ехать в Америку. Мама знала, что для меня, как для глухой, в США будут лучшие возможности. И вот я прибыла в Нью-Йорк. О, большое яблоко! Я просто влюбилась в Нью-Йорк. Здесь все происходило так стремительно. Все просто завораживало. Люди, цвета, одежда, запахи. Именно в тот момент я влюбилась в Америку. Я знала, я просто чувствовала, что это наш дом. Я очень благодарна своим родителям за возможность переехать и жить здесь. Скоро я поняла, что русский жестовый язык отличается от американского жестового языка, который сокращенно назывался AMSL. Но я достаточно быстро выучила его. Вот так будет «thank you» на AMSL-ине, а вот так на русском жестовом языке «спасибо». Мама на AMSL-ине и мама на русском. Папа на AMSL-ине и папа на русском. Школа на AMSL-ине и школа на русском. Есть разница. Сейчас глухие люди в России начинают использовать некоторые жесты из AMSL-ина. Например, «окей» или «impossible». Они добавляют их
Раньше ничего подобного не было, а теперь эти жесты используют. Я родился в Филадельфии. Потом мы переехали в город Авалон в штате Нью-Джерси. У меня врожденная глухота. Однажды мы были в больнице, и врач знал язык жестов. Его брат учился в спецшколе для глухих в Пенсильвании. Этот врач посоветовал моим родителям отправить меня в школу для глухих в Нью-Джерси. Потом я переехал в Калифорнию. И некоторое время спустя я встретил ее. На вечеринке. На вечеринке в Хэллоуин. На той вечеринке в Хэллоуин, когда мы с ним встретились, я знала всех. Всех, кроме него. И я увидела в нем что-то особенное. И я знала, что выйду за него замуж. Я сразу это поняла. Честно говоря, когда мы поженились, я не думала о детях. Мне тогда нравилось путешествовать по миру, встречаться с новыми людьми, развивать наш бизнес и просто жить и наслаждаться жизнью вдвоем. Планы о детях были для меня на самом последнем месте. Но он хотел детей. Хорошо. Я колебалась. Мне хотелось детей, и в то же время я сомневалась. Но мы попробовали. И я забеременела. Теперь у нас четверо детей, и мы живем в городе Оушен-Сити в штате Мэриленд. У нас четверо детей, двое слышащих и двое с нарушением слуха. Все они имеют разные потребности, и я люблю их всех одинаково. Старший сын слабослышащий, младшие дети слышащие, а старшая дочка глухая. Мне бы хотелось, чтобы те слышащие родители, чьи дети глухие, любили их так же, как и я, глухая, люблю своих слышащих детей. Я люблю проводить время с детьми, смотреть с ними телевизор, играть в настольные игры и просто быть вместе. В течение 8 лет я работала переводчиком для слепоглухих в университете Галадет. Университет Галадет является очень особенным и уникальным учебным заведением. В нем обучаются глухие, слабослышащие, слепоглухие, а также слышащие. Здесь также очень много иностранных студентов, много людей, занимающихся исследованиями, много профессоров. Люди приезжают сюда по многим причинам. Это очень значимое образовательное заведение. Привет. Привет. Давно не виделись. Как дела? Давно не виделись. Я очень рад тебя видеть. Спасибо. Здорово, что ты пришла. Как дела? Хорошо. Сегодня жарко, я шла пешком, так что хорошо наконец-то присесть. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что согласились встретиться со мной. Конечно. Мне так интересно, что нового происходит в сообществе слепоглухих. Я столько слышала о новшествах в языке, так что рассказывайте. Конечно. Я уже 15 лет работаю как переводчик для слепоглухих. Раньше слепоглухие использовали тактильный жестовый язык, отличающийся невозможностью использования мимики, а также тем, что все знаки производились касанием ладони. Недавно новый язык был представлен сообществу слепоглухих – протактильный амслин.
Помимо базового тактильного амслена, он включает в себя язык тела, помогающий выражать эмоции и более полноценно общаться с собеседником. Протактильный жестовый язык появился около 7 лет назад и стал очень популярен. Многие слепоглухие уже пользуются этим языком. Его создали две слепоглухие женщины и популяризовали его, путешествуя по стране и обучая всех желающих протактильному языку. Оскар Серна говорит на совершенно новом языке. Оскар и глухой, и слепой, или слепоглухой. Он работает в университете Галадет на проекте, отслеживающем эволюцию языка для тех, кто не может видеть и слышать. Этот новый язык называется протактильный амслен. Амслен означает американский язык жестов, который использует визуальные знаки для слов и фраз. Протактильный амслен помогает общаться полностью через прикосновение. В Америке у нас есть огромное количество технологий для слепоглухих. Тем временем, как в других странах, слепоглухие по-прежнему просто пишут на руке собеседника. Сравнивая, что мы имеем сейчас и что мы имели раньше, это просто невероятно. Столько новых идей, новых разработок, основанных на исследованиях и дающих людям больше возможностей. Это здорово. Американский закон о защите прав граждан с ограниченными возможностями предоставляет защиту, дает возможность жить полноценно. Необходимо предоставить каждому человеку доступ ко всем сферам жизнедеятельности. Таким как, например, кинотеатр, чтобы там были субтитры для глухих и слабослышащих. Я ухожу домой с таким количеством новой информации. Я так вдохновлена. Университет Галадет существует более 152 лет. Это центр для сообщества людей с нарушением слуха. Место, где можно получить достойное образование, чтобы потом распространять эти знания. Здесь проводится исследовательская работа, налаживание партнерских связей с различными организациями, сотрудничество с другими странами, обмен информацией и ресурсами для глухих и слабослышащих. Поэтому хотелось бы, чтобы таких университетов и школ было больше и в других странах, по всему миру. В некоторых странах недостаточно школ для глухих, или же это какие-то разрозненные, обособленные учреждения, зачастую в труднодоступных для глухих людей районах, что создает трудности в получении образования. Я работаю в UPS, службе доставки, уже 22 года. В мои обязанности входит погрузка, разгрузка, сортировка и тому подобное. Я там работаю очень давно. 20 лет назад я думал, что это просто временная работа. На год или на два. Но потом я понял, что это хорошая работа. Неполный рабочий день, наличие льгот, оплачиваемый отпуск. И остался там работать. Потому что условия очень хорошие. А также подобный график позволяет мне проводить больше времени с детьми. Также вместе с мужем мы сдаем недвижимость в аренду. В основном в Вашингтоне, Вирджинии и Мэриленде. В этом регионе. Мы периодически встречаемся с арендаторами, проверяем, все ли в порядке.
Hello. How you doing? I was thinking about having two bookshelves on both sides of the fireplace. Pull out drawers, yeah. Я встречалась с арендатором в Вашингтоне по поводу установки книжных полок. Я посмотрела, где он хочет их установить. Он спрашивает, не против ли мы. Что ты думаешь? Думаю, это отличная идея. Я предлагаю светлые полки от потолка до середины стены. И чтобы они были качественными. Какое дерево ты хочешь? Дуб, сосна. Любое настоящее дерево. Главное, чтобы не шпон или какая-то ерунда. Ты хочешь купить уже готовые? Или чтобы их изготовили под заказ? Да, я думаю нанять столяра, чтобы он изготовил эти книжные полки. Seat right here, guys. Sure. I will. I'll let you know. Oil, dump it down. No nuts. Okay. No. I'll make sure of this. No. Thank you. Thank you for letting me know, guys. Глухим людям не нужно перекрикивать друг друга, чтобы одновременно общаться за одним столом. So, I have a longboard burger. This is right for you, sir. I have a rare ahi burger with french fries. There you go, sir. Жизнь рядом с пляжем и океаном помогает быть умиротворенным. Всем нам порой нужно выдохнуть, оставить всю эту суету, все наши гаджеты. Океан и пляж дают нам такую возможность расслабиться и насладиться каждым моментом.
ценить мелочи жизни. А это так здорово. Зачастую мы все забываем об этом, а ведь это помогает нам восстановить внутреннее спокойствие. Большой город, конечно, тоже по-своему хорош. Мы можем водить детей в музеи, чтобы они учили и понимали историю. Я считаю, что изучение истории – это обязательный компонент в образовании любого ребенка. Так что здорово, что мы имеем возможность жить у океана и при желании ездить в Вашингтон. В своей жизни я всегда готова к новым вызовам и сложным задачам. Я хочу открыть свой бизнес, свою булочную. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, мне понадобится найти инвесторов, получить бизнес-лицензию, найти подходящее место для булочной. Открытие булочной – моя следующая цель, и я надеюсь, что я смогу это сделать. Хотя, знаете, я не хочу говорить, что я надеюсь. Я хочу сказать, я сделаю. Просто если у тебя есть цель, нужно действовать. Не надеяться, что сделаешь, а делать. Совершать конкретные шаги в этом направлении и действовать.